Может зайти? Нет. Нет, все-таки зайду. Даже если свеча догорит до конца, не спеши опечатывать наши сердца. Даже если в глазах появляются слезы, разожги во мне страсть, растопи во мне лед. Ты послушай, о чем мое сердце поет. Посмотри за окном, все опять оживает. Зря я туда пошла, только расстроилась. О, Настя, привет! О, Саша, привет! Привет, Настя. Слушай, на самом деле меня зовут не Саша, а Кирилл. Меня просто все дразнят. Саша, Саша. Ну, привет, Кирилл. Как дела? Да у меня нормально. С тобой-то что? Да вот, я проходила мимо музыкальной студии, там играла такая красивая песня. Я подумала, может, и я так красиво спою, но потом поняла, что это не мое. Вот и грустно. Пойдем. Куда? На студию твою. Я не хочу, я боюсь. Слушай, важное решение нужно принимать решительно. Так я же еще ничего не решила. Да хватит уже, пошли. Ты знаешь? А ну иди сюда. А из тебя можно сделать звезду? Очки мы снимем, прическу мы исправим, сделаем тебе новый хэйр модный. Слушай, поменяем лучок. Парень, хочешь, я напишу тебе песню. Песня нужна не мне. Одну минуточку. А песня нужна ей. А ну иди сюда. Ты знаешь, а из тебя можно сделать звезду. Вот так вот. Прическу мы, конечно, изменим. Лучок поменяем. Куда же она? Так, вы пишите песню, а я приведу ее обратно. Тобой не так. Я все свои важные решения принимаю с друзьями. Сама я не могу. Не вопрос. Звоню друзьям и собираемся через 15 минут. Ладно. Слушай, а чего ты одна? Где Рыжий? Рыжий на тебя обиделся. Но мы с Рыжим заодно. Говори, что хотела. Ну, я хотела посоветоваться. Ну, я не знаю, как это сказать. Настя, давай я скажу. Ладно, давай ты. Короче, тут все просто. Настя хочет петь, а она боится, что вы ее не одобрите. Мы ее не одобрим? Да не ее, а то, что она будет петь, и вам это не понравится. Она будет петь? Настя, ты будешь петь? А почему я должна это не одобрить? Фух, ну ладно. Ну вот, а ты переживала, а дальше съемки, концерты, гастроли, поклонники. В смысле? Какие съемки, какие поклонники, какие гастроли? Мне об этом никто не говорил, поэтому я против. Настенька, ну почему? Да, Настенька, почему? Стоп, стоп, стоп. На концерт придет много людей, и все эти люди будут смотреть только на одну Настю? Ну, наверное, да. Ну, конечно же, она будет одна. Она же будет звездой, стоять на сцене и петь. Стоп! Подождите, а я? Кирилл, а Настенька что? А Настенька будет стоять внизу со всеми, смотреть и аплодировать. Ну вот, будешь стоять и аплодировать. То есть Настя будет стоять вверху и петь, а я внизу и ей аплодировать, да?
Нет, я против. И Рыжий, кстати, тоже против. О, приветик. Кира, как ты постоянно меня находишь? Не один ты умный. Я просто выследила тебя по телефону. Я понял, но зачем ты меня вообще преследуешь? А ты просто постоянно попадаешь в какие-то интересные истории. Кстати, а что у вас тут происходит? Я хочу петь песню. А ее друзья против. Так она собралась на концерты, на гастроли. Она вообще обалдела, понимаешь? Я понимаю. Но мне кажется, что лучшие друзья должны поддерживать своих друзей. Не так ли, Настя? Ну да, так. Я тоже так считаю. Ладно, пойдем записывать твою песню. Но когда ты будешь выступать на концерте, я внизу стоять не буду. Я буду стоять рядом с тобой. Пойдемте. Замкнутый круг. Давай с тобой поиграем в игру. Мой одуванчик. Ну вот, дети, молодцы, что пришли. А я для вас написала песню. В смысле, для нее уже и песня написана? Песня нормальная или все-таки не очень? Я думаю, песня отличная. И я так думаю, песня отличная. И я так думаю. Это единственное, чего я боюсь. Настя, ну что, ты готова? Тогда идем пробовать. Что-то я переживаю. Надеюсь, все получится. Я уверена, у них все получится. Посмотрим. Настя, ну что, вот микрофон, одевай наушники, я пойду в студию, ты будешь видеть меня по этому монитору. Угу. Начнем? Удачи, да. Пока. Спасибо. Смотрите, как круто. Никогда не был в студии. Так, если вы что, начинаем? Крисма, царица звукооператорской работы. Освободили меня. Так, Настя, ну что, я готова? Начинаем. Слышишь так? Угу. Раз, два, три. Ну ладно, иди сюда. Сейчас вы будете разучивать несколько танцевальных движений. Да, хорошо. Настя, иди сюда, я тебе покажу. Смотри. И раз. Чего ты возмущаешься? Да потому что ей только вчера написали песню, а сегодня уже клип снимают. Слушай, они снимают не настоящий клип, это пробный клип. В смысле пробный клип? Этот клип никогда никому нельзя показывать. Почему? Кирилл, меня не всегда нужно снимать. Потому что в этом клипе очень много ошибок. Если этот клип увидят, то Настю засмеют.